Стоп, вы правы, это гадюка. Пожалуйста, детей осторожнее. Это реально гадюка. Ой, какая красавица. То есть не дай бог, вот с таким ребенок встретится или наступит. Дети, я вас прошу. Да. Минимум 3 метра. Это действительно гадюка. А кто заметил первый? Кто? Алиса. Алиса первая заметила. Какая красавица. Большая или это небольшая? Вы знаете, я видел большую, но это достаточно крупная, в смысле того, чтобы причинить вред. Ну правда красавица? Да, красивая. Да. Расцветка такая. И от нее немножко холодок. Вот, потому что это...